Эфир телеканала «Свое ТВ» продолжает новости. Это информационная программа «День». Меня зовут Вадим Москаленко. Здравствуйте. И вот чем запомнится этот день. Главное сегодня. 4 семьи переедут в новое жилье. Сколько еще пострадавших от прошлогоднего паводка ждут помощи? Экскурсии для слабовидящих и воркаут-турне по краю. С какими проектами на Машук идут хозяева форума? Смена состава. В каких городах и селах будут выбирать депутатов уже через месяц? Танцы под дождем и бесконечная очередь на маршрутке. Наш обзор новостей из сети. Крупная авария произошла сегодня в Ставрополе на северном обходе. Столкнулись КАМАЗ с прицепом и отечественная десятка. По предварительным данным, фура выехала на встречную полосу и врезалась в легковой автомобиль. Водитель большегруза не пострадал. Пассажиры и водители отечественного авто доставлены в больницу. Движение на данном участке уже восстановлено. Детали ДТП уточняются. Машук совсем рядом. До Северокавказского молодежного форума один день. Завтра в лагерь заедут участники, а в субботу официальное открытие. Ставропольская делегация самая многочисленная на форуме. Тоже уже пакуют сумки и рюкзаки. Но сегодня ребята нашли в своем плотном графике время и пришли в студию своего ТВ. Что везут участники на Машук и с каким едут настроем, узнавала Джамиля Ибрагимова. Попасть на Машук для Виктории было все равно, что поступить в престижный вуз. Конкурс ничуть не меньше. Но на первом этапе ей повезло. Ее социальный проект нашли интересным. Теперь главное – отстоять свою идею и не оплошать на самой защите, где она лицом к лицу встретится с экспертами. Я студентка Северо-Кавказского федерального университета. Мой проект состоит в том, что мы хотим проводить экскурсию для слабовидящих и слепых с использованием 3D-моделек, 3D-печати. То есть мы печатаем фигурки определенные города Ставрополя, там Буденовец или Ангел-Хранитель. И с помощью их проводим экскурсию для слабовидящих. Хочу проверить себя, смогу ли я защититься, смогу ли я воплотить свою идею в жизнь. Вика, как будущий гид, она учится на факультете туризма, знает, что делать и с чего начать. Составила смету, рассчитала, сколько нужно денег для воплощения идеи. Уже даже подобрала команду из таких же увлеченных студентов, которые готовы открывать Ставрополь для людей с ограничениями по здоровью. В Ставрополе нет таких мероприятий для слабовидящих. Мы ходили в библиотеку для слабовидящих. Они очень заинтересованы в туризме внутреннем именно. Но очень мало турагентств, которые могут предложить такой продукт. Выезд на форум уже завтра, но чемоданы еще не собраны. Сборы, как и все остальное, у студентов отложены на последний день. Точнее, ночь. Зато на телевидение перед отъездом зайти – дело святое. Хозяев форума пригласили на эфир в студию своего ТВ, и они не смогли отказаться. С чем едут ребята-ставропольцы на форум, какие везут проекты и на что потратят эти 7 дней – все это участники рассказали в нашем эфире. Делегация наша будет самая яркая. Она, как всегда, будет отличаться. Это будет желтый цвет, это будет кричащий слоган «Ставрополье – край золотых сердец». Вот. Мы надеемся, что мы оправдаем этот девиз. Полную версию программы смотрите в понедельник 18:30. Старт же самого форума 11 августа. Желтых маек на Машуке будет больше всего. 525 ставропольцев, из них почти 400, планируют презентовать свои идеи. Есть, безусловно, ребята, которые без проектов. Но и те, и другие однозначно едут на главное молодежное событие юга страны за новыми эмоциями, впечатлениями, знаниями, которых порой за 7 дней форума получают больше, чем за весь год. Джамиля Ибрагимова, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Почти 500 молодых семей на Ставрополе получили свидетельство на покупку жилья по региональной программе. Это стало возможным благодаря тому, что муниципалитетам поступил второй транш средств на эти цели. В целом, в этом году купить квартиру смогут больше 1700 молодых семей. Всего же, по инициативе губернатора края Владимира Владимирова, на эти цели из регионального бюджета выделено более миллиарда рублей. Большую часть уже распределили и обеспечили людей жильем. И вот теперь еще 498 семей получили свидетельство на то, чтобы найти и купить подходящее жилье, у семей есть чуть больше полугода. Жители пострадавшего от прошлогоднего наводнения села Левакумка, что в Минераловодском городском округе, продолжают получать сертификаты на новое жилье. В ближайшее время документы выдадут еще 4 семьям. Что затягивает процесс и почему людям приходится обращаться в суд, разбирался Алексей Форсиков. Инна – одна из тех левакумцев, кто уже получил свой жилищный сертификат. Путь, вспоминает, был долгий. Пришлось писать много обращений, даже на имя губернатора и главы государства.
После, значит, 7 июля Лаврик Евгения, вот после того, как она в прямом эфире сказала Владимиру Владимировичу о нашей проблеме, после этого лед тронулся. И Марченко, и губернатор, и все вот как-то все это вместе помогли и приобрели вот сертификат этот мой. А все потому, что купленный иной дом уже однажды был подтоплен. И на него 6 лет назад выдавали сертификат. Но женщина об этом не знала. Как нам рассказали в краевом МинЖКХ, федеральные власти строго следуют букве закона. А точнее говоря, постановлению правительства России о выдаче государственных жилищных сертификатов. Его можно найти в интернете. Там четко прописан весь процесс. Главное условие – жилое помещение должно быть единственным у семьи. Если есть какое-то жилое помещение, которое зарегистрировано в Росреестре, то есть гражданин предоставляет справку, то сведения из Росреестра о том, что у них других жилых помещений нет. Это первое. Затем оно должно быть утрачено в результате чрезвычайной ситуации федерального характера. Человек должен быть, вся его семья, все члены семьи, которые входят в семью для получения сертификата, они должны быть зарегистрированы по месту утраченного жилого помещения. Они должны фактически там проживать. То есть, если вот эти все события наступают, значит, человек имеет право и его семья на получение сертификатов. Некоторые, к сожалению, там бывают не прописанные люди, у некоторых нет, имеется другое жилье какое-то. Ну, естественно, люди возмущаются, потому что как? Вот они просто не предполагают, что это государство выполняет свою социальную гарантию именно для тех категорий граждан, у которых нет другого жилья. В суды же людям приходится идти, если какие-то из этих условий не соблюдаются. В настоящее время жителям Левокумки уже выдано 92 сертификата. 35 семей ожидают решения суда. 4 документа на подписи у премьер-министра России. Алексей Форсиков, Андрей Яценко, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. В России готовятся отметить День строителя. Сегодня в правительстве Ставрополя прошло торжественное мероприятие, посвященное праздничной дате. За вклад в развитие отрасли наградили работников и ветеранов. В церемонии приняли участие представители общественных объединений, предприниматели. Поздравлением присоединился и губернатор Владимир Владимиров. Он вручил лучшим работникам заслуженные награды и грамоты. Я очень хочу, чтобы у строителей была стабильность. Мне всегда импонировал этот институт производственных сил, который был при Советском Союзе. Мы никогда не думали о том, чтобы какие-то планы строить без производственных сил. А строители – это и есть эти производственные силы. И еще я хочу пожелать, вы знаете, чтобы все строители строили свои отношения, строили свои семьи в мире и согласии с окружением, потому что первый, кто страдает, к сожалению, в кризисное время, это строитель. Я вас всех поздравляю с вашим профессиональным праздником. Параллельно в холле правительства работала выставка стройматериалов. Здесь лучшие производители края представили свои новинки – высокотехнологичные прочные строительные материалы. Среди экспонатов была также и современная спецодежда. Через месяц в стране пройдет единый день голосования. О том, как избежать нарушений, представители Центра избиркома сегодня рассказали на видеоконференции своим коллегам в регионах. Избирательный процесс запущен на Ставрополье. 9 сентября в некоторых районах края будут выбирать местных депутатов. За мандаты поборются 23 народных избранника в 5 территориях. В частности, в селе Петропавловское Арцгирского района выберут 10 депутатов. Столько же в Барсуковском сельсовете Кочубеевского района. А еще по одному депутату в Буденном, Благодарненском и Нефтекумском городских округах. Ожидается, что всего в этих выборах примут участие около 11 тысяч ставропольцев. Идем далее. Там, где еще недавно были дикие заросли деревьев и кустарников, в ближайшее время появятся спортивные площадки, зоны для воркаута и места для прогулок с детьми. Георгиевск продолжает преображаться в рамках программы «Комфортная городская среда». Даже дождливая погода не в силах остановить строителей. Затем, как происходят перемены, зрители своего ТВ могли сегодня наблюдать в режиме реального времени. В программе «День лайв» в прямом эфире работал Леонид Нечепуренко. Предлагаем вашему вниманию ключевые фрагменты. Добрый день, в эфире программа «День лайв». Меня зовут Леонид Нечепуренко. Мы находимся в Георгиевском городском округе, практически в самом центре города Георгиевска. Работа кипит, несмотря на не очень комфортную для этого погоду. Весь день сегодня идет дождь. Зона для проведения массовых мероприятий – это вот амфитеатр мы сейчас строим. И далее это спортивная зона, которая никак не пересекается со всеми остальными, где предусмотрена площадка для волейбола, бадминтона, варткаута.
паркура и уличные тренажеры, которыми могут пользоваться все совершенно бесплатно. Мы все очень ждали спортивных площадок. Я, например, занимаюсь большим теннисом, и в этой части города не было площадки. Сейчас ее обустроят, потом здесь будет очень красивая зона отдыха, спокойная. Будет приятно проводить время. Мы очень рады, что вот в нашем микрорайоне вот такое строительство, парк будет у нас. Ведь жильцы все не наездятся в центральный парк. Они желали. Мы столько проводили собраний с жителями города. И все за эту инфраструктуру. Желания разные и мысли у людей разные. Но, собственно, для того и предназначена программа по реализации комфортной городской среды, чтобы осуществлять эти желания и сделать так, чтобы людям в разных городах, в том числе городах Ставрополья, было уютно, комфортно и удобно жить. Бесконечные очереди в общественный транспорт и танцы под долгожданным дождем. Самые интересные видеоролики из интернета, которые набрали тысячи просмотров, мы покажем в нашей традиционной рубрике «Новости сети». Эти кадры прямиком из Михайловска. Люди вынуждены стоять в очереди для того, чтобы попасть в общественный транспорт. Смотря на это, невозможно не проявлять сочувствие. Пожалуй, администрации города все-таки стоит обратить внимание на явные проблемы в сфере транспортного обеспечения и постараться решить их. Вот так многие из нас не привыкли реагировать на пасмурную погоду. Три удивительно милых жительницы Ставрополя вышли встречать дождь, танцуя. Выглядит это очень красиво и мотивирует относиться к жизни более позитивно. Улица Доваторцев и необычная ситуация. По пешеходному переходу проехал маленький экскаватор. Пользователи сети удачно пошутили, что это наш ставропольский Валли, который ищет свою Еву в промышленном районе города. Но удачи ему в поисках, что ли. А вот так проходят будни наших новых гостей. Дарт Вейдер и Штурмовик играют в шахматы, а мимо них проходит Дэдпул. Ну, видимо, по делам шагает. Кстати, если присмотреться, то можно заметить, как Вейдер проводит свои магические штучки над доской. Необычно выглядит эта картина, но очень забавно. В лагере «Лесная поляна» торжественно открыли третью профильную смену «Россия начинается с меня». Она посвящена году волонтера. 150 воспитанников ждет насыщенная программа. В нее войдут веревочный курс, тематические квесты и эстафеты, волонтерские акции, спортмарафон, поход по местам боевой славы, игра путешествия и ярмарка талантов. Успехи школьников отразят в личной книжке добровольца. И вот июль в «Лесной поляне» юные ставропольцы провели под лозунгом «Культуры безопасности». За 3 недели они освоили основные правила и навыки поведения в самых различных сферах. Это практически завершающий виток, третий поток в лагере «Лесная поляна». Это как бы такая красивая точка или восклицательный знак в организации летнего отдыха для детворы города Ставрополя. И, конечно, загородный лагерь – это сегодня и роскошь, и головная боль многих муниципалитетов. Мы его расцениваем как раз как возможность, как одну из площадок социализации, как одно из мест, где детвора учатся общаться. Не секрет, что они сегодня порой успешнее общаются с компьютером и находятся в виртуальной реальности, чем в реальной жизни. И поэтому вот мы сегодня с вами прошли по лагерю и видим, лагерь живет. Таковы новости к этому часу. Больше на нашем сайте stv24.tv. В студии был Вадим Москаленко. До встречи. Thank you.